Сценический костюм – это одно из выразительных средств театрального искусства. Это не только внешний облик оперы или балета, он органически связан с его содержанием. О том, как создаются костюмы в театре «Астана Опера», мы поговорим сегодня в программе «Афиша». Здравствуйте! «Астана Опера» готовится к новой постановке оперы «Биржан Сара». Столичных зрителей ждут не только последние современные театральные технологии, новые решения постановочной группы, технические возможности сцены, декорации и, конечно же, костюмы. Работу над эскизами художники-сценографы Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов начали еще осенью прошлого года. По цветовой гамме, конечно, хотела, чтобы это было очень красочно, потому что это наша задача была. Так хотел режиссер и вообще общая концепция. Но при этом, чтобы смотрелось все очень цельно. И в плюс еще не уходить от традиционных оттенков. В этот раз красных, бордовых оттенков в костюмах много у женщин в основном. Золотыми орнаментами, золотой отделкой. Костюм является лицом хореографического произведения и его визитной карточкой. Здесь важно все – фактура материала, конструкция формы, объемы, линии, фасоны, цвет и тон материала, качество нити, использование дополнительной фурнитуры и отделочных материалов. Профессионалы говорят, плохой костюм может убить актера, хороший – поднять, дать ключ к пониманию роли и раскрытию качеств персонажа. Еще с прошлой постановки мы работаем с теми же самыми солистами, как правило, и я хотел бы отметить такое качество наших артистов, что они готовы идти на любые трудности, готовы терпеть все, что угодно, лишь бы получилось то, что нужно, что-то, что ожидается. Трудоемкая работа проделана по созданию нарядов для трех балетных сцен, каждый из которых включает 48 артистов. Очень яркими и богатыми получились костюмы для артистов хора. Вообще, в больших исторических постановках важно стремление мастеров к максимальному выявлению кинетики телосложения артиста, не нарушая национальной стилистики и не забывая о новом дыхании времени в швейном производстве сложных вещей. Танцовщики театра «Астана Балет» вышли за пределы балетного спектакля и предстали в объективе петербургского фотографа Алексея Кривцова в неожиданном ракурсе. Работы в рамках проекта «Семь вуалей Евразии» местами экспрессивны и порывисты. Это диалектика танца и моды. Здесь можно продолжить изучать структуру человеческого тела, перенеся ее в другое, фотографическое измерение. Совершить то, что вы увидите на там, некоторых фотографиях, могут только солисты. Очень техничные балерины, техничные танцовщики, которые знают свое тело, которые знают, где начать свой прыжок, где его закончить. Разноплановые образы от национальных мотивов до ультрасовременных экспериментов подчеркивают тенденцию балетных театров в сторону универсальности и гибкости. В подобных как бы, съемках мы участвовали, но как бы он дает свободу, но в то же время как бы он сам наполнен идеями. И эти идеи очень интересные, я думаю, что каждому артисту, модели или еще кому-нибудь было бы очень интересно с ним работать. Говорят, что в этом храме искусства много званых, но мало избранных. Многие пытаются раскрыть для себя тайны творчества, создать свой внутренний образ или прочувствовать его со сценой. Однако желание приблизиться к искусству должно выражаться и в действии. Приходите на выставку «Семь вуалей Евразии» и окунитесь в атмосферу фотографического чуда. Изначально в «Вальпурге Ива ночь» это балетная сцена, которую Шарль Гуно дописал для второй редакции своей оперы «Фауст», созданной по мотивам одноименной трагедии Гёте. Это необыкновенно яркая по музыкальному языку колоритная хореографическая картина. Эпизод впервые был показан на сцене Парижской оперы в 1869 году и с тех пор обрел самостоятельную жизнь как одноактный балет. В «Вальпурге Ива ночь» на сцене театра «Астана Балет» это новое прочтение известного балета в постановке Георгия Ковтуна, основанного на традиции классического русского балета. В нем оживают мифы и легенды Древней Греции. За свою историю балет значительно трансформировался визуально, музыкально и пластически. Вы убедитесь в этом, придя на «Вальпургиеву ночь». Искусство танца по-прежнему вдохновляет, мотивирует, меняет мир и делает жизнь разнообразной и насыщенной. Первый международный фестиваль «Вечер Кавказа» пройдет в Алматы 21 апреля. Место проведения – Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, летний амфитеатр «Шабыт». Перед зрителями в этот вечер выступят лучшие ансамбли народного кавказского танца, а еще кухни и напитки кавказской культуры, кавказские песни и баллады, ярмарка национальных изделий и многое другое. Приходите и отдохните по-кавказски.
Павлодарец Адиль Жалилов, известный под псевдонимом «Скриптонит», сегодня один из главных хип-хоп-героев Казахстана. Исполнитель представит свой новый альбом уже 21 апреля. «Скриптонит» появился в медиасфере в 2013-м. Его видео буквально взорвало YouTube, собрав более 500 000 просмотров за несколько дней. Отношение публики к одному из современных героев нового хип-хопа разное. Армия поклонников и тех, для кого творчество казахстанского парня ни о чем не говорит. В 2015-м «Скриптонит» выступил на крупнейших фестивалях Москвы. «Баста Плюс» в Зеленом театре и «Пикник Афиши». Был номинирован на премию «Jaggy Mr. Indie Awards» в категории «Лучший хип-хоп-артист». А также записал сразу два дебютных альбома, первый из которых «Дом с нормальными явлениями» стал одним из самых ярких музыкальных релизов прошлого года на постсоветском пространстве. Смотрите программу «Афиша» на канале Atomiken Business Channel. Искусство должно прививать хороший вкус.